Привет! Спасибо огромное, что вы меня смотрите и комментируете. Также я хотела напомнить, что на моем канале продолжается розыгрыш денежных призов. Со всеми условиями розыгрыша вы можете ознакомиться на моем канале. Ссылочку я оставляю в описании под видео. Поэтому не стесняйтесь, заходите и участвуйте. От себя лично я хочу пожелать всем участникам только удачи. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Берем чай, кофе. У меня сегодня кофе. Кофе я люблю с молочком. Секундочку. И поехали. Подходит к менту девушка легкого поведения и спрашивает: «Слушай, одолжи мне фуражку свою, я тебе через час верну, штуку баксов в придачу дам». Но мент так подумал, снял, отдал. Через час девушка легкого поведения возвращает ему фуражку и в придачу 1000 баксов. Мент: «Слушай, а зачем тебе фуражка-то нужна была?» Она: «Да вон там, видишь, джип стоит, там парни такие крутые сидят, захотели мента натянуть. Ну, я одела фуражку, вроде как ментом была. Сколько они тебе заплатили-то?» Она: 5000 баксов. Мент: «Блин, да за такие деньги я бы сам с ними договорился!»